Дорогие подписчики, гости канала, показываем классическую шарлотку, как мы делаем. Вот видите, тесто — это 3 яйца, стакан песка, стакан муки, пакет разрыхлителей теста. Вот, и сейчас добавляем яблоки, все перемешиваем. Яблок побольше. Вот, потом противень смажем растительным маслом, все выложим и в духовку. А результат покажем, когда уже будет она готова. Яблок много, то есть у нас такой получается насыщенный яблоками пирог, очень вкусный. Вот. Шарлотка испеклась. Смотрите, какая она интересная, корочка подрумяненная. Ну, мы рассказывали о том, что по рецепту закладываем, но делали мы это в двойном размере, потому и плюс ко всему, что яблок, когда много, то она получается очень сочная. Вот, и при желании можно еще в тесто добавить корицу, будет еще очень интересный запах, и посыпать сверху пудрой, будет тогда замечательно красиво. Видите, какая получается сама по себе шарлотка, вкусная, замечательная. Вот, советую всем использовать это время для себя таким образом, чтобы запастись здоровьем, потому что запеченные яблоки очень полезны для человеческого организма. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, всем доброго здоровья.